Андрей Сухарев приехал зарегистрировать следы дикого животного. Причина объективная. За последние несколько недель от жителей Демиховского территориального отдела, а также Павлово-Посадского округа, поступали жалобы на не особо приятную встречу. Оснований для отлова нет никаких же. И для отстрела, во-первых, у нас в Московской области медведь – краснокнижный животное. Он сам уйдет в свои места обитания, откуда пришел. Лес – это вотчина диких животных. Мишка здесь не гость. Гость в лесу – человек. Вот только зачастую люди ведут себя неподобающим образом. Мусор, оставленный туристами, и тем более стихийные свалки, притупляют охотничий инстинкт и манят медведя к людям. Зачем ему, зачем-то бегать и охотиться, если вот тут есть в зоне доступа есть помойка или свалка? Опять дикие животные, как правило, где они родились, они в этом же ареале место обитания и обитают. Возможно, это ходила 10 лет назад мама, а теперь ходит это ее детеныш по этим же местам. Медведь – это ночной охотник. Его появление на публике днем скорее исключение из правил. Но как бы парадоксально это ни звучало, чтобы рандеву закончилось благополучно, нужно помнить главное правило – не паниковать, не кричать, не пугать и не кидать в медведя палки или камни. Все это он может расценивать как нападение и ответить на выпад тоже нападением.